Приветствую всех, уважаемые зрители, с вами Черный Металл, и это игра Star Drive. К сожалению, первые, так сказать, свои потуги этого сезона закончились, в первую очередь, нарушением авторских прав за музыку, которая есть в игре. И второе, мне там снесли две солнечные системы, пролетел какая-то пирамидка, мне просто взорвало две звезды. Ну, показывать это не стоит, возможно, покажу в этом сезоне. Странно как-то. Здесь как бы нарушение авторских прав к игре, это, конечно, можно оспорить, но это слишком для меня долго, практически нереально. В общем-то, делая Сирасу, как видите, у меня они будут кибернетические, потому что мне с едой запарило париться в этой игре. Будут умные, будут искусственные бойцы космические, подземные, богатый родной мир. Ну, вот тут безрассудное загрязнение, фиг ты с ним, робкие воины. И отталкивающий, минус 25, это, собственно, к политике, там, дипломатии. Так, продолжаем. Количество звезд. Давайте 800. Случайно. Плодородие планет в галактике. Плодородие. Ультрапородал. Так. А мне оно надо? Мне оно не надо. Редкая. Давайте классическое поставим, тогда хотя бы, чтобы компьютер хоть как-то мог развиваться. Так, полезные ископаемые в галактике. В большом количестве. Враждебные угрозы. Опасно. Продолжительность игры. Эпическая. Это все сразу убираем. Мне это вообще никак не нравится. Так, счет соперника. Я не знаю, что это означает. Цвет желтенький сделаем. Сложность жесткая 4x. Название Луксотарион империи. А понятно, у меня английский язык не стоит. И название расы Луксотар. Грузиться, дорогие друзья, будет долго. Так что я пока ухожу на паузу. Здесь стоит 800 звезд. Не забывайте, 800 звезд. Ну хотя... Может поставить это? Хотя ладно, оставим классический эффект с ним. Понимаешь, как это работает. В общем-то, я пока ухожу на паузу, так как мир будет очень долго создаваться. И увидимся уже в новой галактике. Что ж, вот и загрузилась игра. Давайте посмотрим, где мы оказались. Так, у меня что тут? Одна бесплодная планета. Излучение. Бедная. Изобилирующая. Ну, давайте на изобилирующую. 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 Господи, что у меня сегодня с языком? Так, начинал я несколько раз. А, как оказалось, здесь все равно для этих наших киборгов требуется еда. Удивительно рядом, да? Вот только такую станцию можно построить под зарядки. И все будет хорошо. Странно это как-то все, если честно. Просто до упора аж. Так, ставим их сюда сразу, пусть они производят. Так, потом, что мне надо? Мне нужно граждан производить здесь. Граждане, граждане, граждане. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. А мне их надо сколько? Для полной коллекции. Десять штук еще. Семь. Еще три штуки. Раз, два, три. Очень прикольно, что их можно строить. И голову себе особенно не парить. Всяким там их размножением, биолабораториями. Ну тогда что? Ресурсы чужих. Автоматический подъемник, один к производству. На рабочего. Фиксировано. Плюс 5 к производству. О, шикарно. Беру. Правда, у меня исследований ни черта нет, ну да ладно. Сейчас будет, сейчас все будет. Так, одна планета есть, вторая есть. Я на краю галактики оказался. Два раза я оказывался на середине. Я перезапускал игру. Кому интересны настройки, все те же самые. Это не так сложно сделать. Объясню попроще, друзья. В играх, где вас рандомно выкидывает, особенно когда вы играете на повышенных уровнях сложности, все всегда много раз перезапускают игру. Вот мне игру Азибилион рекомендовали в свое время. Вот хорошая игра. Смотри, на нее даже можно на суперсложном уровне поиграть. И люди выигрывают. Я скачивал пиратку этой игры.
Запускал раз 40, и только на 41 мне оказалась территория, где там было 2-3 подхода. В остальных случаях 5-6. С 5-6 подходами там не вышло. Потому что я ее поснимаю, но это потом будет. Сейчас пока не до нее. Я хочу, чтобы она полностью вышла. Ну ладненько, давайте поехали. Ага, по идее здесь, конечно, у нас просадка, но если мы сделаем исследование, то у нас будут фиксированные, как говорится, авчик, это уже будет хорошо. Что ему надо в первую очередь? В конце подзарядки. Потом. Так. Наверное, звездную базу. Сколько у меня там бабок-то с собой? Ноль. Мило. Да. Угу. Чё это так у меня бедненько-то? Ладно. А граждан сколько я здесь могу еще построить? 7 штук, да? Давайте тогда граждан штампанем. Я не ожидал такого. Раз, два, три. Отлично. Что еще могу сказать? Давайте посмотрим, что у нас тут по округе разбросано. Так, у меня кораблик, конечно, полный, окажется. Я почти любую планету могу захватывать этой расы. Охренеть можно. Вот это номер. Так, излучение, 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 излучение. Слушайте, нету безжизненных. Охренеть, просто реально охренеть. Здесь можно все планеты захватить. Лады. Запомним. Сюда поперли. Еще не изучены. Так, здравствуйте и добро пожаловать в СНГ. Сеть галактических новостей. Трансляция в прямом эфире из невероятно хорошего охраняемого места. Это тому, кому интересно, друзья. Умели читать быстро. В плане... Ладно. Ну давай, давай. В сегодняшних новостях поступают редкие сообщения о том, что несколько раз, а именно две, отправились к звездам, ознаменовывает начало нового цикла. Повторят ли эти неокрепшие расы ошибки тех, кто был до них, или появится чемпион, претендующий на победу. По поводу, кстати, Dragon Age. Просто там, друзья, мелкий текст получается, и он быстро очень идет. Вы мне уж, конечно, извините, я, может, и успеваю прочитать, но он слишком быстро пропадает. Точнее, я не прочитать успеваю все, а выхватить некоторые главные слова. Здесь хотя бы он идет помедленнее, шрифт побольше. В течение ближайших недель мы будем более пристально рассматривать каждую из этих раз, чтобы какие успехи они делают сейчас, когда на их благо трудятся звездные движители. Ну, ладно. Мы вернемся к вам, как только у нас появятся новости. Пока с вами была СНГ. Понятно, что такое СНГ хотя бы. СНГ включается здесь в опциях, кстати. Я все парил себе голову, что за нахрен СНГ. Оно было отключено, я... Так, так. Я не знаю. На графику это никак не повлияло. Такой... Ну, ладно, включу, хуже не будет. Кстати, по поводу того, сколько игра жрает, ну, немного она жрет. Даже на такую галактику она не сильно много ест. Но единственная вот беда, вот что мне не нравится, это то, что долго грузится. Но это вот из-за галактики она так долго грузится. Потом в дальнейшем посмотрим, короче, как она будет себя вести, когда уже противник разойдется на таком уровне сложности. Если будет все хорошо, можно и галактику будет поставить побыстрее. Если будут просмотры, я, может, и дополнение куплю. Просто мне тут интересно посмотреть игры, которых людях тоже заинтересованы. Люди, которым тоже заинтересованы. 15 шагов там осталось, да? Ну, ходы пока идут быстро, это неудивительно. Так, ладно. Следующее, что мне строить? А мне вообще-то бы корабль, колонист бы не помешал. Давайте-ка его вверх переместим. По большому счету, у меня много очень планет на захват. Лучше даже, не знаю, строить людей или корабль-колонист. Ладно. Система у нас очень удачная. Надеюсь, здесь закреплюсь. А, меня в прошлой игре, кстати, уничтожила какая-то летающая пирамидка. Чайная, блин, пирамидка. Знаете, я вот чай себе сидел заварил как раз за компом. Пирамидка. Смотри, пирамидка полетела, что-то начало в солнце стрелять. Я такой, ну ладно, убивать нее нечем, пусть летает. Вторая прилетела. Я такой, ладно, тоже. И у меня потом одна звездная система рухнула, потом вторая. Я такой, ой,
Понятно все. Так что тут тоже кусаются довольно сильно. Давай, давай. А чего у меня там по исследованию систем? Так, что ты у меня увидишь? Мужик, у меня бы планету. Извини. Извини. 30 дней ты мне будешь сидеть? Да, 30 дней. Значит, даже если отклонения, они тоже сидят 30 дней. Что-то у меня в предыдущей расы как-то там по-моему было все получше. Да, отлично. Все, им шатва не требуется. Все хорошо, все прекрасно. 15 ходов. Так, и здесь у нас что? Да ладно вам. Что за хрень такая? Это тоже планета, что ли? Что-то мне как-то не нравится их расположение уж очень больно сильно. Так, ладно, что за планета? Так, тундра, океан, тропическая фауна. Слушайте, я в эту игру уже 7 раз начинал, ну, играть, пробовал. А меня также, я говорил, наверное, вначале или нет, не помню, некоторые... Так, ладно. Приветствую с возвращением. Сегодня мы начнем новый раздел, который звали «Расовая дискриминация», которую мы будем подготавливать невероятно поверхностный обзор на тему того, кем являются эти новички нашей галактики. Для начала кинем взглядом расу Raven Theocratia. Ну, неправильно прочитал, так что... Теократия Пехов. Их заявленное место стоит в уничтожении всей жизни известной галактики во славу древнего бога. Сильная философия, которой следует придерживаться, если они хотят избежать уничтожения. Но под их слизистой и злой внешностью могут ли оказаться следы добрых и мягких существ? Мы обратились к ним. Комментарий. Цитата. Древний бог уничтожит неверующих. Он не переносит глупцов и поклоняющихся ложным мирам. И поклоняющихся ложным кумирам. Поплатите нам десятину, чтобы утолить его голод. Или столкнетесь с последствиями. Что у вас за такая физиономия, которую я не знаю даже. Ну вы какая-то раса, что ли? Ехал. Наверное. Нужно нет. В любом случае мы считаем Рархаэлов сильными претендентами чемпиона этого цели. Следующего раза с вами был СНГ. Что вот это вот такое? Хороший, блин, вопрос. Ладно, учтем. Так, давайте тогда сюда отправимся. Здесь еще не был. Не бывал, так сказать. Побываем. Так, что у меня? Умерли, что ли, все? Живой. Ой. Так, голода там нету, да? Один из шагов до следующего колониального. А уж. Колониальный тогда забацаем, надо будет в исследование вдаваться. Хотя нет, там уже у меня люди строятся. Что у меня люди строятся? Так. Учение на летчиках. Недавно получили из нескольких различных источников о том, что где-то пределами нашего пространства действует группа. По-видимому, используют в качестве плацдарма какое-то на поле. Для нашего экономического развития намерены совершить нас на бег, чтобы не представляли значимую угрозу, но мы должны быть готовы защитить себя в любых неожиданных рейдах на нашей территории. В долгосрочной перспективе мы можем рассмотреть необходимость выследить базу, которую совершают набеги, уничтожить. А, ну ладно. Вот-вот. Это творите, что хотите. 12 шагов, один житель. Шпинта. Следование по времени сколько будет идти? 16 шагов. Давайте-ка лучше в исследование стукнемся лбом. Это предаю, что это будет получше. Так, что у нас здесь? Здесь 9 жителей максимум, там тоже 9 жителей максимум. Да. Холода нету.
Так, сразу с той станцию. Потом звездную базу. А, откуда деньги появились? Минус. И ушли. Мило. Где? И минус 4, да? Почему? Откуда минусы и плюсы берут? Стоп. Интересно стало. Минус 4. 4. Конечно, все забавно. А как здесь вообще бабло у них зарабатывают? Что-то мне интересно стало. Минус 17. 17. Так, что-то здесь явно не так. Не деньги-то получают, в принципе. Нет, не за счет еды. Забавно. Стоимость. Три. Доход от населения, нет модификаторов. Я что-то где-то не улавливаю. А здесь никаких налогов нету? Извольте сказать. Ага, налоговая ставка. Давайте-ка 13% лепим. Ладно. Ладно, 13% пусть будет налоговая ставка. Да я даже не ожидал так. Вот можно поднять, чтобы хотя бы в один выйти. Да. Вот так вот, пусть будет 17%. В Штатах 20, насколько я помню. А то я сейчас в минус тут ухожу так быстренько. Что-то я такого не ожидал, такой подставы, если честно. Незабавно, нифига. Дойди. Мне нужен на этом исследование. Да, это как-то я не учитывал. Что мне там? Здесь опять минус 3 пошло. Здесь надо. Минус. Да. Ладно. В это время мне хватит тут бабла. Так, ладно, и кто это еще ко мне приперся здесь? Здравствуйте. Ну, блин, еще и пираты мне ко мне... А, теперь в этот раз ко мне пираты летают. До этого летали кристаллы какие-то дрейлоки, теперь пираты. И у меня там все померли. Мило. Опаньки. Что-то как-то неожиданно. Станция подзарядки будет строиться бесконечность, да. И вот там. С этого выходить. А ну да. Так. Хорошо. Что у нас тут? Она должна мне пятюню давать по умолчанию. О. Я ее что, должен построить? О, как все плохо-то. Еще и построить ее надо. Вот, ё-моё. Ай. Закрыть. 10 ходов. Выбираем исследование. Хорошо. Ощённые почвы. Одна еды на фермерах, в мирах, где базовые. На... Ага. И базовые еды больше нуля. Тарин-тан-тан-тан-тан-тан. Достроить, настроить. Плюс один еды в колонии и плюс один еды на фермера. Ну это, конечно, неплохо.
Имперский университет, имперская лаборатория. Это астрономическая лаборатория, да? Угу. Вот это вот пригодится. Так, 10 ходов, говорит, да? Да мне не это нужно, а вот... полезней. Нет, не это будет полезнее, у меня бабла столько нету. Я... Вот сейчас на минус одном, да? Ладно, какое-то время продержимся. Что-то как-то по баблу я хорошо просил. Не ожидал я такой подставы. А да-да. Они сейчас быстро будут строиться, у меня бабло пойдет. Так, от чего у меня там бабло отошло? Да-да-да, они убежали. Я... Пираты к вам часто прилетают, смотрят на вас. Так, смотрели. Что-то там покутили, покрутили и ушли. Я уж привык. Мне их бить тут нечем пока что на данный момент. Приходится от них так ныкаться, так сказать. А? Нанять героя. Круто. На какое бабло я вам его найму? Да иди ты лесом. Стало уже. Нет, бабок нет. Ты мне предлагаешь там только этого нанять. Давайте расходу потратим то, чего у нас нет. До 48. А это интереснее уже становится. Это очень интереснее. Он 38 ходов будет. Здесь десяточку. Вон. Так, а если я тут схалтурю? Изменение атмосферы? Серьезно? Игра, ты на корень издеваешься? Мило. Спасибо тебе. Так, слушайте, надо придумать тогда, а как же мне там хотя бы производственной мощности-то повысить? А, задачка не такая легкая, как хотелось бы. Значит, эта раса не такая имбовая, как может показаться. Отлично. Лаборатория. На корабли тоже требуются деньги. Здесь что у нас? Чистая прибыль 3. Это, конечно, плюс, что они тут такие суперкрутые и не нужно им размножаться. Ожидание первого контакта, когда мы впервые открыли звездный движитель, мы невероятно радовались возможностям путешествия межзвезд и узнавать новые. Теперь, когда мы начали получать странные передачи эти галактических новостей, точно знаем, что в галактике есть разумные виды. Проблема в том, что мы еще ни с кем не встречались. Чтобы это исправить, короче, бла-бла-бла-бла-бла-бла, в течение следующих 50 ходов, если мы сделаем это, мы получим 500. МК у нас это что? Золото или вообще что за хрень? Ладно. Очаровательно. О. И у меня тут червоточина нарисовалась. Ну, только этого мне не хватает. О, ты уже тут заисследовал все. Ультрабогатая. Ага, еды на фермера 0. Ошибись. Хорошая ультрабогатая. Так, мне, значит, получается, нужна сейчас планета, где еду на фермера побольше нуля хотя бы. Ладно, ладно, ладно. Так, погоди. Да на фермера 1. 2. Что-то планету берем. Так, сейчас тогда достраиваем и строим колониальный. Пока как-то не вижу особо. 10 ходов колониальный корабль будут строить себе. Вот это я называю быстро. Кому там, блин, не имется. Блин, разлетались. Залетайте на мою основную планету. Чего тут
бедных фермеров дерибанить. Достали уже. Надо попробовать транспортные корабли сделать и народ попереселять реально. Отлично. Так, я, значит, тогда куда? Здесь у нас что? Да. Здесь еда 0. Стражок. Да, 1. Здесь еда 2. А максимальное население там 9, там 16. Ладно, будем увеличивать постепенно колонию. Тут ничего не поделаешь. Они пока там всем нравится. Туда-сюда летают. Ну, ребятам заняться нечем. Видимо. Работу все найти не могут. Ай-яй-яй. Так. Подтвердить колонизацию. Подтвердить. Еда плюс один. Ну, отлично. Значит, еще один колонист здесь у меня может спокойно потом посидеть. Это все здорово. Это все прекрасно. Они не размножаются. Так. Теперь вопрос, конечно, интересней. Станция подзарядки. То ли мне подхалтуривать, попробовать интересным способом. Так. Решение минус один. Дай-ка я посмотрю. Долго будет? Хрена себе быстро. А почему? Да ладно, толку. Этой планеты сильно много не было. Почему уменьшение минус один? А вот что-то вот этого юмора не понял. Получается, 3 хода, что ли, может он? Погоди-ка, стопы. Не, здесь что-то не то. Так, давайте-ка разберемся, как переселять-то народ здесь вообще. Или можно как-нибудь строительных, что ли, сюда запослать дронов. Да вот надо бы понять. Хорошо бы это понять. А. Транспортный корабль может построить? Ой, давай-ка... Строители. Это корабль одноразового использования, который позволяет им строить станции различных типов в космосе. Чтобы разместить станцию, переместить строительный корабль в требуемое место, еще их не соответствует. Станция грузовых кораблей. Грузовой флот. Нет грузовых кораблей. Стратегическая разница по их использованию. Транспортные корабли могут использовать для транспортировки колонистов. Да, не нужен. Любасу. Короче, построим и колонистов будем перевозить. Какого щита? Чертовой бабушке иди. Мастер, блин, щита. Так, ой. Не то. У меня максимальное количество населения, да? Почти. И транспортный корабль. Под грузовых кораблей. Хорошо. И куда они, блин, делись, простите? Дайте-ка еще один построй корабль грузовой. Хрен ты с ним, он один ход строится. Два даже. И М. Такс. Ну и чего? Так, может и как-нибудь соединить надо между собой тогда? Запуск.
Отправить войска. Отряды для отправления. Я не могу этого сделать. Так, слушайте, это довольно, конечно, все забавно. Погоди, они что-то у меня еще и размножаться могут. 0 ходов. Не могут, все правильно. И, блин, транспортные корабли тогда. А, 52. Ну, я рад. Так что ли? Ну, хрена себе. Вот я-то вот до этого хрен догадался, если честно. А, слов нету. Понятно, значит, все гораздо проще, чем я думал. Значит, корабль транспортный строишь, он сам их так их отправляет аккуратно. Все прикольно. Это неожиданно. Я-то думал, тут надо как-то по влиянию очкам или по золоту их переселять, или на транспортники высаживать. А тут, смотрите, как все просто. Тема. Ну, они должны были переселиться. В чем проблема? Эй, игра, ты чего? Воу. Чуть заглючил, мне это интересно. Так, отлично. Значит, у вас сюда. Так, вода. Сейчас будем две колонии тогда развивать. Здесь одна еда на фермера, да? Надо хотя бы их две. Вообще нет. Нет, есть одна еда на фермера. Еда на фермера. Значит, мне на одной планете надо производить граждан массово. Сразу их заводить на вторую, на которой какой-нибудь жалкий фермер сидеть. И потом они будут помирать, но они будут строить мне то, что я хочу. Вот это дебильная система. Мы попробуем эту систему в следующей серии, друзья. Но пока на этом я буду заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, а просто оставляйте под видео на YouTube. С вами был Черный Металл. Всем удачи, всем пока. Жесть.